Слава Господу, возлюбленная Церковь. Всегда Господь имел особое слово своему народу, и еще в Церкви Ветхого Завета Господь говорил такое слово через пророка Исаия. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды я с тобою, через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я Господь, Бог твой, святой Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за тебя». Так как Ты дорог в очах моих многоценен, и я возлюбил Тебя, и отдам других людей за Тебя, и народы за душу Твою. В церкви Нового, Нового Завета Господь говорит: Я отдал за Тебя Сына Своего, слава Господу. Поэтому не бойся ничего, время тревожное, в которое мы живем, братья и сестры, много разных слухов, но мы будем уповать на Господа. Мы будем сегодня молиться о том, чтобы Господь дал нам особое слово в это время сомнений. Мы, конечно, желаем, чтобы Господь отделил свой народ от мира, потому что мы дороги в очах Его, каждый из нас. Наша цель ⁇ это держаться ближе и ближе к нашему Господу. Всякий пребывающий в Нем не сорешает. Всякий, пребывающий в нем, имеет защиту крови его. Поэтому будем призывать имя Господня, чтобы Господь дал благословение и благодать братьям, которые будут служить Словом, всем нам через песнопение, через молитву, утешение от Духа Святого. Давайте поднимемся для молитвы. Мы благодарны Тебе, Господь наш и Бог. Слава Тебе, честь и поклонение, Господь. Мы благодарим Тебя за это место, на которое ступила нога наша. Это место поклонения, там, где Ты сказал, будет пребывать имя Твое. Там, где собираются двое или трое, там и Ты посреди. И мы благодарим Тебя за эту благодать Духа Святого, за то, что, Господи, всегда Ты был верен Твоему обетованию, и мы, Господи, всегда слышали Твой голос, голос утешения, обличения, наставления. И сегодняшний день, Господь, мы нуждаемся особо в Твоей благодати. Отец Тебесный, Господь, мы открыли сердца. И помоги, Господи наш, нашему, бывает, может быть, неверию, Отец Тебесный, чтобы принять от Тебя Слово, которое сегодня будешь говорить нашему сердцу. Да будет милость Твоя, утешение. Кто имеет, Господь, сегодня много вопросов, Господь, сокровенных. Ты, Господи, знаешь каждого. Отец Тебесный по имени. Ты назвал нас. Мы Твои, Господь. Отвечай нам, Господь, говори, мы просим Тебя, утешай во имя Твое. Благословляй, Господи, все ведь вот этого служения, благодатью Духа Святого. Аминь. братья и сестры. Я думаю, что кризис, который, может быть, сегодня люди переживают, он, наверное, известен некоторым людям очень сильно. Особенно, знаете, когда человек остается вообще один, незащищенный, и неоткуда взять, и только одни, кругом кажутся проблемы. Что тогда делать? И вот, читая Слово Божие, вы знаете, я замечал, что всегда когда-то Бог выходил навстречу. Допустим, Илия. Вот. Когда-то нужно было ему отправиться в одно место, и он там питался, то есть пил воду у ручья, вот поток воды был полон Божий, а вот хлеб и мясо ему приносила нечистая птица два раза в день. Откуда она брала, мы знаем, да? Или не знаем? Откуда ее знает? Но главное, что она приносила. И кто-то ей говорил. Как выглядел вообще пророк Божий в глазах этого? И понимал он. Он знал, что он зависит от этого ворона. Если он не привезет, значит, не принесет. Потом, когда кончилась вода в этом, да, и ворон уже больше не прилетал, он говорит, иди к вдове сейчас. К самому незащищенному классу, кажется, посылает Бог пророков. Он говорит, я повелел ей, чтобы она кормила тебя. Ну, вдова, откуда она может взять? И мы видим. То есть Илья был готов к этому служению для того, чтобы полностью полагаться, не со стола из завели кушать, а полностью полагаться на Бога, который дает все необходимое для жизни и благочестия. Книга 4, царств, 4 глава. Также одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею. Мы знаем, кто такой Елисей был, да? Это преемник был Илии, пророка. Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало, и пойди за преддверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полный отставляй. И пошла от него, заперла дверь за собою, за сыновьями своими, они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал, нет, ей нет более сосудов, и остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию, он сказал, пойди, продай масло, заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Супер ответ. Хороший. Ну вот почему Бог говорит, чтобы мы не были должниками никому ни в чем, ну, кроме взаимной любви. И вот жена пророка остается вдовой. И пророк Божий оставляет эту бедную, кажется, вдову с двумя детьми с долгами. И как раз эти долги по тем временам оценились ровно в двух сыновьях. Вот это два сына, и все будет шито-крыто. Ты рассчитаешься со мной. Долги надо отдавать, хочешь ты или не хочешь. Вы знаете, она, она была не жадная, она, бы была, она поддала. Но вот отдавать то, ту награду, которую дал Бог, это, не входила в ее сознание. И что же она делала? Она начала вопить. Она нашла Елисея. Она знала, что это преемник Илии. Она знала, что через него Бог говорил. Это прообраз как бы вот ветхозаветной церкви, которая не знала, что делать, но она обратилась к Богу, и Бог, смотрите, она говорит, «Ты знаешь, мой муж умер, он был пророк Божий, и вот он оставил долги, и сейчас взаимодавец придет, мне надо рассчитаться. Неужели я должна рассчитываться со своими детьми? И в этот кризисный момент она даже не думала ничего, что ответ такой простой придет, а что у тебя есть? А вот этот есть сосуд с сирием, больше ничего. Вот этого оказалось достаточно. То, что у тебя есть, достаточно отдать просто Богу для того, чтобы Бог начал умножать. Ну, естественно, он ей просто сказал: а сейчас пособирай кого-то у своих соседей сосуды, которые ты можешь набрать. Забирай все, что есть, проси у них пустых. И она, она набрала, и смотрите, и зайди. И пошла от него, заперла дверь за собой, за сыновьями. То есть мы понимаем, что дверь это Христос, правда ведь? Ну, в образ, будем говорить. Она зашла туда, дверь закрылась, и началось чудодействие. Бог есть, начал проявлять самого себя, и началось лить масло. Говорит, давайте, дети, они подают ей, отставляют, подают, отставляют. Потом говорит, давайте еще. Смотрите, не масло прекратилось, а сосуды прекратились. Их было бы сколько хочешь, а масла было бы столько бы. И как только сказал кто-то из сыновей, говорит: нету больше, и остановился. Естественно, она, наверное, первый раз увидела за какое-то буквально время, сколько там надо было, потребовалось, может, час, ну, два часа. Я думаю, столько ни на одной работе профессору не платят, наверное, никакому в час. Я не надо. А ты говорит, со своими сыновьями, то, что осталось, тебе хватит с ними жить. Они остаются с тобой. О чем это говорит? Это сегодня последнее время, кажется. Да, мы живем, а всегда последнее время. Знаете, как говорит, один говорил, вот когда я умру, для меня будет конец света этого уже, а начало того будет. И вот закончилось это время, или оно заканчивается это время. И пришел момент, когда надо было принимать какое-то решение. И вот здесь Слово Божие говорит, что нам очень люди боятся доверять Богу. Многие. Говорит, да ты чего? Да. Вы знаете, я ну, вспоминаю свою жизнь с детства, думаю, ну, слышишь, ну, вот, ну, как, ну, тюремная жизнь. Но если у тебя пачка чая, ну, и сразу понимаешь, ну, неужели эта пачка чая тебе хватит на весь срок? Ну, не хватит. Ждешь эту посылку полсрока, через полсрока тебе 5 килограмм, а то и лишат ее, потому что плохо вел себя, скажут, лишили. А тут еще некому прислать. Ну, ладно, у тебя что-то там, кусочек какого-то сала. И другой его прячет. Говорю, ну, слушай, у ну, тебя же на весь срок его не хватит же, не хватит. Сколько ты его не краи. И доверяться, вот надо как бы той жизни, в которой ты живешь. Я не знал Бога. Ну, какая разница, что там терять. Так, слушайте... А что мы делаем вообще на этой земле? Как вы думаете? Мы отбываем срок. Когда-нибудь я подведу итог. Зачем провел я на земле свой срок? Хотел ли я прийти, куда пришел? Нашел я счастье или не нашел? И когда там, например, тот же начальник, хозяин, прообразно вот меня понимают, мы никогда не долю, но перевели в другую камеру, ну, перевели в другую камеру. Переведут – другое место жить. Ну и переведут, ну и что? Но главное, надо понимать другое. Что я должен сегодня доверять Богу? Самое главное, чтобы не быть должником никому ни в чем. Если я буду должен, хочешь не хочешь, придется расплачиваться своими детьми тогда. И вот Иисус, Говорит, что идет князь мира. Он показывает на сатану князь мира всего, князь мира этого. Он говорит: И во мне ничего не нашел, Он не может мне предъявить что-то, горелую спичку, Он ничего не может мне предъявить. Он хотел этого сделать. Тестирование у него прошло тогда, уже в той пустыне у Иисуса. Он отверг все предложения. Мы как-то с братом рассказываем, говорю, слушай, это вот наша жизнь подобна, как то на, потом на пересылке, на пересылке уже все решается, кого куда отправить и кого что с ним что-то сделать. И вот то же самое и здесь идет подготовка для того, чтобы пройти этот рубеж, а потом получить то, для чего ты, собственно, жил, правильно или неправильно. Ведь не по моим представлениям Слово Божие освещает что-то, не по моим а жить так, как нужно. И вот доверить то, что есть у тебя Богу, это самое главное. Независимо сколько. Я хочу сказать, что ни у кого нету столько, чтобы до конца жизни прожить. Нету такой возможности. А возможность прожить жизнь с Богом, есть у каждого такая возможность. И этой возможностью надо воспользоваться для того, чтобы спокойно не озираясь назад, идя вперед к рубежу, прийти и поднять глаза и встретиться с, со своим Господом, с Иисусом Христом, сказать, Господь, ну вот, слава Иисусу. То, что ты сказал, вода была, ворон приносил что-то, закончилось там, еще что-то хватило там, лепешку дал одну, лепешку дал, знаете, Бог сегодня даст эту лепешку, как Или дал. И будешь дней 40 идти. А сколько 40 дней, говорит, шел он? Это много очень. И энергии хватит, и силы хватит пройти это поприще. Поэтому я хочу сказать вас, дорогие мои братья и сестры, жизнь наша, она, ну, мы служим нашему Господу. И Бог – это реальность. Это не просто какая-то тут дилемма, надо ее или не надо решать. Не надо решать. Он за нас уже все решил. Он решил, Он показал нам свой путь, который истинная жизнь. И только единственное, надо довериться, положить руки на плуг и вперед. Не думайте, что там не надо оглядываться. А зачем это надо? На, на, Туда-сюда, и сюда, знаете, пойдет вот, как этот плуг. Я не ходил, правда, ну туда-сюда, говорят, пойдет в сторону, если будешь смотреть не туда, куда надо. Точно так же и здесь мы должны идти тем путем, по которому Господь хочет нас вести. Там у Еремии есть такое место, 10 глава, 23 стих. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим». И дай Бог, чтобы Господь Бог указал нам путь, по которому нам идти то, что нам нужно делать. И вот этот путь, он самый лучший. Доверить Ему, не надо бояться, ничего, что там завтра будет, послезавтра. Бог никогда свой народ не оставлял, Он говорит, я вас сейчас веду в эту пустыню, в эту пустыню пройдете. Но Он же не сказал, что там вы потеряетесь, вы там погибнете, нет. Говорит, я там буду с вами, чего вам бояться? А то, что будет это, ну и будет, ну вы просто будете смотреть, видеть, да и все. Но вы должны видеть не обстоятельства, которые вас окружают, а вы должны видеть, с кем вы идете. И когда ты идешь с каким-то человеком, ну, мы в Таджикистан ходили там в эту Горно-Бадахшанскую область, там проезжать, это вообще там два с лишним километра глубина такая-то там ущелье такое вот, а там на той стороне Афганистан. Ну, я бы в жизни никогда бы не поехал. Мне говорят, посмотри. Я говорю, слушай, я не пришел красоты смотрю. Я глянул, там у меня голова кружится. Ну, два километра с лишним лететь туда вниз, если <свист> пропасть. Но вы знаете, тот человек, который, который, Я его не знал, но он с нами ехал, он нас вел. Я доверялся ему. А что сделаешь? Больше не на кого доверяться. Не на кого. Никого там не поймаешь другого. И поэтому этому человеку, как бы я э, доверил самого себя. И мы ехали спокойно. Но человек может подвести. А вот тот, который никогда не подведет нас. Так что дай Бог, чтобы наши дети остались с нами. Дай Бог, чтобы отдавая вот это все Богу, не бойтесь никогда, ничего. То, что касается Бога, мы никогда ему не дадим больше, чем он нам дал уже. Никогда. И главное, что Он с нами всегда рассчитывается и дает больше. Он никогда не должником у нас не будет и не был, и никогда не станет им. Идя за Ним, вы знаете, мы будем видеть, что дети с нами. Все с нами будет. Полный обоз. То, что мы возьмем туда, больше ничего не возьмем. Только наших детей. Аминь. Потому что это награда. Это не крест наш нести, а награда. Вот. А награда – это приятно. Нести эту награду, показывать ее. Вот я и дети, которых мне дал Господь. За это помолимся. Аминь.

за милость и за Твою любовь, которую Ты являешь к нам. Господь, помоги, Господи, благослови братьев и сестер. Дай, Господи, чтобы совершенная любовь изгоняет этот страх. Господь, страхе есть мучение, Господь, и пусть не будет ни у кого в сердце этого мучения, а будет радость. Господь, мы идем по этой пустыне, но я благодарю Тебя, что Ты идешь впереди. Господь, когда Ученики восходили в Иерусалим, они ужасались, но ты шел впереди их. И поэтому смотря сегодня на тебя, впереди идущего, Господь, что нам бояться? Ты находишься в этой лодке, которая попадает в этот шторм, Господь, но она не утонет никогда, потому что ты взял нас туда для того, чтобы перевести на ту сторону. Благослови Господь, пусть твоя милость и рука твоя, которая не сократилась. Спасать, и ухо не оттяжелело слышать, еще слышит. Дай, Господи, всегда только доверяться Тебе. Да будешь Ты, прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, вставшие Своим общим пением. Слава нашему Господу! Всем приветствую всех! И благодарю всех тех, кто поучаствовал в похоронах моего отца. Он умер. Это неделю тому назад похоронили. Но все, кто участвовал, кто молился за него, кто финансово поддерживал, всех да благословит Господь и да воздаст восток крат. Слава нашему Господу! И, конечно, радость в том, что мой отец, он покаялся перед смертью и эта большая милость была явлена ему и нашей семье слава господу. Поэтому за все ему благодарность. Я хочу поделиться с вами словом, которое господь мне открыл и я с проповедью начну с одного случая, которое, который произошел в хождении Иисуса Христа по этой земле, и мы немножко порассуждаем, потом я еще буду читать. Это от Иоанна 9 глава. Там было исцеление слепорожденного. Я потом объясню, к чему, это буду, чему я говорю. Но интересно, что мне, ну так, я молился и рассуждал сам в себе, почему это вот так ты, Господь, сделал. Но и мне пришло такое откровение внутри, почему так Господь сделал, я с вами поделюсь. Приходя, проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, Равий, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. «Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне силуам», что значит «посланный». И он пошел и умылся, и пришел зрячим. Ну, вот, такая, вот такая история, которая произошла э, там в то время. И Иисус Христос этим что-то что-то что сказал. Сказал народу Божьему, потому что я сейчас конкретно определю, в чем именно суть. Потому что я задал вопрос, Господи, почему так? Ну, именно, наверное, многие рассуждали о том, как это так исцеление странным образом произошло. Правильно, он сделал брение, плюновение. Ну, можно сказать, зачем это можно было делать? Скажи только слово или же там возложи руки, как да, было с другими, или там, может, к одежде его прикоснулся бы, или еще как-то. И также человек получал исцеление. Даже в одном случае, да, помните, он говорит, скажи только слово, да, сотник говорил, скажи только слово и выздоровей, слуга мой. И знаете, а здесь именно вот такой метод исцеления, вот такой метод исцеления, я задумался, Господи, что это значит и почему Ты так таким методом совершил это чудо исцеления этого слепорожденного. Но если мы внимательно читаем, 7 стих и сказал ему: Пойди и умойся в купальный силуам, что значит посланный. Мы там дальше видим, когда этот слепорожденный, Он пришел к фарисеям, то есть они, вернее, его взяли, потому что там сделался шум, но ну, потому что этот человек был с рождения слепой, а тут э, таких говорит, чудес говорит, мы никогда не видели, то стали спрашивать, каким методом ты получил исцеление, говорит, Иисус, которого вы, вот ну, это Иисус, его звали, кто меня исцелил, он послал меня в а омыться, делал брение, послал в купальню Силуам, и я таким методом прозрел. Но там очень интересно, я когда стал просматривать это все, до того момента, как это исцеление произошло, в восьмой главе Иисус Христ, у Иисуса Христа с фарисеями был спор. Спор и то есть, разговор такой, даже после этого разговора они схватили камни и хотели побить его камнями. Потому что он там с ними говорил и как бы показывал, кто он, кто, кто они. Ваш отец дьявол говорит, если бы вы были, говорят, дети Авраама, то вы, говорит, меня, говорит, распознали, кто я есть, то вы узнали, что я тот посланный, тот Иисус Христос, который пришел в этот мир. Вот, и, знаете, был такой разговор, можно сказать. И после этого происходит это исцеление, и он, этот слапорожденный, говорит, что меня он послал с купальню силуам. Знаете, я так рассмотрел, тогда там было много купалин. Было купальня Вифезда, были там источники дрон, где он мог также послать омыться, да, ему там какие-то, может быть, там были источники воды, но он именно выбрал Силуам. Да? Силуам. Что означает посланный? Силуам означает посланный. Это ключевой момент во всей этой истории – этим самым исцелением Иисус послал месяч фарисеям и многим другим. Помазав его вот этим брением, он его посылает в силу Ам, купальню, потому что она называется в переводе, ну, для нашего языка, посланный. И он, когда приходит, этот исцеленный. Говорит, он меня послал в купальную Силуам. Фарисеи, книжники, знающие Слово Божие. Тот посланный явил исцеление этому слепорожденному. И только этот посланный открывает сегодня глаза и может открыть глаза тем, которые ослеплены, ослеплены этим миром, грехом или же какими-то своими учениями, или же которые не могут видеть того посланного. То знаете, этот слепорожденный, говорит, потому что на нем говорит, будет явленный, Он для того родился слепым, чтобы была явлена слава Божия. Я, я верю, что там были те такие фарисеи, которые уразумели и посл, поняли, что этот посланный есть Иисус Христос. Потому что в 7 главе Он говорит, я знаю его, потому что... Христос говорит, это слова Христа. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Он послал меня, я от него, он послал меня. И он не зря выбрал эту купальню, силу посланный. Фарисей, посмотрите, этот посланный пришел к вам творить такие чудеса, а они не принимали его, не разумели. Они думали, что он какой-то одержимый, бесноватый. Он, говорили, силой Вильзевула изгоняет бесов. Знаете, как часто бывает, что мы, мы думаем, что вот пришел какой-то человек, он не такой похож, как мы, как, может быть, мы научены, что вот так надо сидеть, вот такой одежде ходить или вот так поступать. Но он может прийти, через него мог, Бог может совершить чудные, славные дела, исцеление и из, знания бесов и тому подобное. А мы просто скажем, что он какой-то силой Вильзевула это изгоняет, потому что... Он не такой, как мы. Он, может быть, не рукоположенный, может быть, его, за него там никто не молился, не возлагал, он не прошел какие-то библейские курсы, какие-то библейские там, институты, но Господь через него действует. Вот подобно такое положение было с Иисусом Христом, знаете, это фарисеи, которые окружали Его, они были знатные, знающие, наученные, прошли много, может быть, и, прочитали книг и тому подобное, и они, у них было свое учение, вот так и вот так, и больше никак. Но тут вдруг пришел какой-то человек, который принес что-то новое, и через него происходят вот такие чудеса, они не могли принять его, потому что он не из их знати, он не из того учения, которого они, к которому он привыкли и как они достигли этого да то есть прошли какие-то определенные года учились все а тут человек пришел и что-то говорит новое непонятное для них потому что они не могли его потому воспринять что им это было непонятно они свои знания не могли поменять они настолько были укоренены поэтому когда он говорил говорит старые мехи Волнодова вина не вливают, потому что прорвутся эти мехи. А новое вино, молодое вино вливают в новые мехи. Нужно обновление. И народу Божьему, и тем же фарисеям нужно было обновление. Но я знаю, что среди них были, подобно как Никодим и многие другие фарисеи, которые приняли это учение Христа. Хоть, может быть, они не понимали, что как это такое из простого народа, да, из плотников сын пришел и учит такому. Как его воспринять? Мы тут знатные люди. Мы так, такое учение прошли, такие, такую школу прошли. Но, знаете, Бог, Он нелицеприятен. И благодать Божия, она многоразлична и многообразна. И она может действовать по-разному. Бог может даже через тех, которые, может быть, мы вообще не представляем, никто, может, его не ни рукополагал, ничего, но Бог может через него действовать очень чудно и прекрасно когда Господь сам избирает. И написано, и на вас есть помазание, через, которое может в вас работать, в каждом из нас. И Бог может совершать великие чудные дела свои. И мы являемся теми, так же, как вот Он, посланник, был отцом своим в этот мир. Мы также этот месяц для этого мира, братья и сестры. Мы эти посланники. Разве вы не считаете себя посланниками? Мы же так должны себя считать. Мы посланники в этот мир. Если мы ими являемся, если мы за это в себе положили эту мысль, Господи, Ты послал меня. Я не просто, знаете, пришел, очистился, омылся, принял Слово Божие для того, чтобы вот здесь просиживать места и ничего не делать на этих на этих хороших сидениях. Но от нас Господь что-то хочет, поверьте. Я до этого тоже много раз говорил, я, я не могу согласиться с этой мыслью, что я приехал сюда, здесь нахожусь, и я ничего не делаю. Бог для меня, меня, для меня, за меня пострадал, за каждого из вас омыл свою святую кровь и привез нас в эту страну не для того, чтобы мы просто находились здесь и ничего не делали. Я не говорю, что здесь вообще никто ничего не делает. Нет. Но есть вещи, которые именно конкретно Бог сказал, что мы должны делать. И знаете, есть вещи, которые Бог конкретно каждому может сказать, что ему лично делать. Куда ему деваться, как ему поступать, и особенно в это время, в которое мы сейчас живем. Вот в то время, в которое мы живем. Я почему это говорю? Потому что следующий момент, который я прочитаю, знаете, это такая есть глава у Иеремии, 23 -я. Там очень интересно, она тоже открылась. Я все не буду касаться всего, но такой в некоторой части я коснусь. Там интересно, Господь говорит такие слова народу Божьему, израильскому народу. И знаете, и там Он обращается с таким словом. 18 стих, Еремия 23 глава. «Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его, и кто внимал Слову Его и услышал». Вот обратите внимание, еще раз читаю, «Ибо кто стоял в совете Господа и видел, слышал Слово Его, и кто внимал Слову Его и услышал, как вы думаете, за кого здесь говорится? Здесь говорится за человека, который во всем советуется с Богом, у которого глаза открыты, у которого уши открыты, и он может слышать и советоваться с Богом. Он говорит, кто внимал Слову Его и услышал, Слову Божьему, оказывается, можно внимать. И оно звучит для нас сегодня. Вы знаете, что вы каждый можете слышать Слово Божие просто, заходя в молитвенную комнату и молясь там пред Богом и не выходя оттуда, пока не получите ответ. А как зачастую мы, бывает, не терпим, или же, не, ну, как говорится, не хватает у нас терпения задав Богу вопрос, заслушать, да что Он мне скажет? Или же кто стоял в совете и видел, и слышал? Слово Божие можно и видеть, и слышать. И видеть, и слышать. Вы согласны, что это так? Слово Божие, оно притворяется в жизнь и становится действием. Сотник, слуга, скажи слово, сказал слово, человек исцелился, встал. Слово послано, действие произошло. Пророчество, сказанное народу Божьему, что Вавилон придет, Вавилонское пленение придет, слово было сказано, Вавилонское пленение пришло. Кто внимал Слову Его и услышал? Внимать и услышать. Слово Иисуса Христа, дорогие друзья, оно заложено в Священном Писании. И когда мы молимся и вопрошаем что-то, просим от Бога, мы должны дождаться получить ответ. Мы должны дотерпеть этот момент, когда Господь мне ответит. Знаете, Однажды я молился тоже так, «Господи, что ты мне скажешь?» Я часто, бывает, открываю Библию, знаете, во время молитвы, и мне Господь иногда говорит через Слово. Иногда говорит через Слово. И как-то молился, и несколько раз открывал, и где-то четыре или пять раз подряд мне открывалась одна и та же глава. Я даже когда с детьми встал, один раз молиться, ну, прежде чем помолиться с ними, я открыл Библию, прочитал. Это уже другая даже Библия, и опять та же самая глава. И опять следующее утро встаю, открываю Библию, чтобы помолиться, прочитать перед тем, как помолиться. Раз, опять та же самая глава. Я уже стал проверять, может, Библия так сама по себе открывается. Знаете, несколько раз начал думать, почему именно это. Но там очень интересно говорится, знаете, может быть, это и Бог для меня говорил, но оно важно, я думаю, это слово поделиться и для каждого из нас, потому что сегодня времена тяжелые надвигаются, поверьте, очень тяжелые. Я не хочу вас сегодня пугать, но наоборот. Но одно утешает, что день Господень близок, и скоро Господь придет за церковью своей. И говорит, восклоните головы ваши, избавление ваше приближается. Скоро Господь придет. И это радостная весть. Но перед этим будет происходить очень многие вещи, очень многие суды Божии. Но от всего этого Господь избавляет. И, ну, я просто так, знаете, читал, переживал об этом всем, и слово у меня там было тоже, открыл так Господь в Откровении, написано, помните, говорит, и так как ты сохранил слово терпения моего, что? Я тебя сохраню от искушений, грядущих на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть это будет. Но Бог сохранит, если ты хранишь Его Слово. И интересно, здесь у Амоса тоже сказано, это 4 главе, то есть 5 главе 4 стихом. Там очень такой серьезный суд такой выдвинут израильскому народу, знаете, но там 4 стихом он говорит, «Ибо так говорит Господь, Дому Израилеву, «Взыщите меня, и будете живы». «Взыщите меня, и будете живы». И в этой главе он несколько раз об этом говорит. Шестой стих. «Взыщите Господа, и будете живы». 14 стих. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Савуав будет с вами, как вы говорите». Будет с вами, как вы говорите. Сегодня, можно сказать, это мое такое послание ко всем нам, и себе в первую очередь, чтобы искать Господа, быть с прозревшими глазами, видеть того посланного и самим быть посланным. Сегодня, чтобы, знаете, вот этот совет с Богом держать нам, чтобы нам это слово слышать. Дорогие друзья, я вас всех призываю, просто именем Господа, вот мы приходим домой, находите это время общения с Богом. Находите это время общения с Богом и говорите с Иисусом. Потому что у него есть очень много чего сказать нам. Очень много. Находите время, удаляйтесь от всяких дел суеты этой и находите время в общении с вашим Господом, с нашим Господом Иисусом Христом. Недавно я так молился, тоже интересно, и мне открылось вот этот момент, когда Иисус Христос зашел в храм и начал выгонять вот этих минащиков и все остальное. Вот это вот я читал, и говорю, Господи, почему вот так это все происходило? Знаете, и мне вспомнилась Анна, которая молилась в храме, но там не было тот момент вот этого, этих минащиков, там была другая обстановка в храме. Там была другая обстановка, не было вот этого базара, и знаете, она была услышана. Анна была услышана. Там она в тиши молилась, шептала что-то, но этот священник пришел, он подошел и он услышал. Но то, что происходило в храме тогда, когда Иисус Христос пришел, его сердце не зря возмутилось. И знаете, я это перенес, да, мне как-то ну, такое прозрение пришло в этой суетной жизни. Иногда, дорогие друзья, мы находимся вот в таком состоянии, наш храм в вот в таком состоянии базара. Когда мы вот это, вот это состояние суеты, окружающей нас, вот эти все дела, все остальное, и мы не способны э, узнать того посланного, то посланное слово. Иисус Христос зашел в храм, а нам это все продолжалось, сам Господь пришел, Его никто не признает. Как будто бы Он и не нужен там, в его доме такое происходит. И знаете, мне как-то стало стыдно, что иногда и в моем доме такое происходит. И в таком состоянии мы не сможем быть услышаны. Я не смогу услышать голос Господа Иисуса Христа, пока я не выгоню это все из себя, не очистю себя полностью, не освящусь. И это надо пройти, чтобы быть способным слышать это Слово, чтобы иметь этот совет с Богом. Я хочу посоветоваться с Богом, но как я услышу Его голос, если у меня базар в сердце? Там базар. Там у меня что-то неправильное происходит. То надо дать Иисусу Христу, Иисус, зайди и наведи порядок. Выведи все оттуда, это ненужное. Покажи, как мне сделать это, если не получается. Для того, чтобы мы имели способность в это последнее время, которое уже наступило, считай, мы могли бы слышать и держать совет. Потому что для каждой семьи, для каждого человека лично у Бога есть свой план. У Бога есть свое слово. Вы можете того слова не услышать здесь. То, которое вы услышите в молитвенной комнате, в общении с вашим Богом. Это будет и лично вам, это слово для вас, для вашей семьи. Что вам делать, как вам надо будет поступать, когда придут такие трудности, что окружат и тому подобное, и как выйти из этой ситуации. Мы должны уже тогда, не тогда мы надо учиться будет, как говорить с Богом, а мы уже должны быть научены с Богом говорить, как получить ответы, как действовать и что делать. Поэтому да благословит нас Господь и вас всех, да прославится Его имя. Аминь. Братья и сестры, вставшие с пьем общим пением, также будет сбор, потом группа и заключительное слово. Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый учитель, упование мое и покой. Но меня влечет след жизненных скитаний с тобою быть Господь, души мои желания, Твое имя Святое, боль ветра изнесу, любовь. Тебе стремится дух, и хоть порой. братья и сестры. Такой вот, знаете, слушаю псалмы так, и ну, как все равно вокруг что-то происходит, мы слышим наверное, новости, ну, видим это, многие говорят о чем-то, даже вот эти болезни, смятение в народе такое. А псалмы так поют, такое, знаете, как вот Бог говорит, я в тихом веянии. Я вот так, я всегда с вами. И братья говорят, вот такое слово читалось, и вроде бы, знаете, Брат читает первые из Старого Завета. Через Елисея, ну то есть через пророка, через человека Божьего, Бог делает такое чудо. И как бы вот, ну как мы и слушаем эту историю об этой вдове, мы хорошо знаем ее. Но если вот так перенестись реально и подумать, как она переживала эта мать за своих сыновей, потому что вот придут и заберут, и все. И это, мы читаем это как история, мы читаем это, ну как бы, ну... Привыкли к этому, мы это слово слышим, но я думаю, те больше мы понимают, которых вот дети, может, где-то сатана уводит в мир, и родители видят, и им тяжело. И они, и они, я думаю, эту вдову хорошо понимают, потому что тоже хотели забрать этих сыновей. Знаете, но, но Бог помиловал. То есть, вот какой Бог все-таки наш вот, в Старом Завете, через Божьего человека, в Новом Завете, и вот говорят, даже ученики говорят, кто согрешил? Он или родители. Я думаю, может, этой женщине, но ну, этим родителям, может, кто-то и не раз говорил, это тебе за то. И иногда мы такое, знаете, чувствуем, иногда нам кто-то говорит, иногда сколько вот с этого места говорилось, что ко мне приходили, помню, даже вот сейчас помню, как-то брат говорил, что приш, пришли к нему и тебе говорят, что-то дети были, я не помню сейчас, но я знаю, что он приезжий был, и он говорил, что тебе вот за это, говорит, а мне Бог открыл, он говорит, а мне Бог этого не открывал. И то есть пришли вот и есть такие люди. И этой, этой семье, этой мужу и жене, думаю, мой, не раз кто-то и говорил, это тебе за грехи, это... А Христос приходит и являет милость, и Он уже в совершенных летах. И тут происходит такое, ну, как бы Божья такая благодать, такая милость. Человек получает прозрение. И я думаю, и первый брат, и второй говорит, знаете о чем? Чтобы мы вот надеялись, на Бога. Ну вот надеялись на Него. Ну, ну в нашей жизни много чего происходит. И я вот в конце хотел бы как-то зачитать вот пятый псалом, если получится, как там написано. И знаете, что вот мы надеялись на нашего Бога, уповали. Проблемы у вдовы Бог вышел навстречу. Проблемы были в этой семье. Ну, уже не ребенок, уже в совершенных летах. Но Бог милует. Вот приходит... Но не сразу, правда, не сразу было, думаю, та много переживала, и много, может, плакала и молилась, но Бог вышел навстречу. Ну, такой Бог. Братья и сестры, смотрите, вот э, сколько мы живем, меняется разное. Наши дедушки, которые вот уже по 90 лет, они видели голод, холод, менялись президенты, войны какие-то, меняется, ну, климат, меняются времена года, все-все меняются, ну, в разные мы меняемся, мы становимся старше, или... но Бог не изменен. Он всегда один и тот же. Я вчера, сегодня и завтра, он всегда одинаковый. И в Старом Завете выходит навстречу, и в Новом Завете, и в нашей жизни, если только мы действительно вот уповаем на Него. И я хотел бы, знаете, вот дальше чуть перед этим псалом был такой «Даруй чувствование Твои». Такой псалом пропели. Даруй чувствования твои. Вот в это время, и второй брат говорил, что мы вот приходили как бы к Богу, ну, как бы я своим же словами, и получали необходимое от Него то, что сегодня нужно нам для своего времени престолу благодати для своевременной помощи мы приступали. То есть, когда мы встаем на колени или когда открываем Слово Божье, мне тоже недавно, знаете, я так нуждался как-то в Боге, и уже то ли час ночи, то ли два было, и я открыл Слово Божье просто почитать, а мне сразу несколько стихов, и Бог, ну, не нужно было пророка в это время, Слово Божье открывается и говорит, по моей нужде, по том, как я переживал, Бог прямо через Слово Божье открывает и утешает и дает мне ответ на то, что я именно через Слово Божье. Я верю, что это когда мы... Даже не то, что я был, может, в таком, знаете, действительно правильном в это время состоянии, но было тяжело, и я вот молился и думал, тут открывай, просто почитать Слово Божье, а Бог открывает, утешает и дает мне прямо откровение на, по моей нужде. Так что Бог наш стилен, если мы к Нему прибегаем. Я хочу, хочу, вот зачитать место Писания «Даруй чувствование твои». 12 глава от Матвея, 18 стих. «Се отрок мой» – это «да сбудется реченное через пророка Исаю, который говорит». Это 17 стих. Ну, то есть это от вместо Иса... Писания взято из Исаии. «Се отрок мой» — это Христе Иисусе, «которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестить народам суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улице голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы». На имя его будут уповать народы. Вот такое место писания. Я еще чуть вот именно дарую такие же чувствования, как во Христе Иисусе, хочу зачитать. Это Филиппийцам вторая глава. Вы тоже это хорошо знаете из пятого стиха. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он будучи образом Божьим не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушенным даже до смерти. Это, знаете, описывается характер Христа. Я там зачитал тоже вот его льна Курашчева, я еще вернусь к этому месту. Но Такие же чувствования, как во Христе, и характер Христа описывается, какой он был. И что дальше происходит? Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, и преисподней, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». И вот знаете, о чем тоже как бы вот дополнить братьев, что мы, ну как бы, должны искать Бога и как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И им написано слово Божье, что мы должны иметь такие же чувствования, как во Христе Иисусе. И пропела группа, что Даруй мне чувствования Твои. Когда мы будем иметь вот такие чувствования, когда, ну, то есть для этого, конечно, нужно молиться, чтобы Бог давал. И Он пишет вот такое слово, о нем пишется: Трости надломленной не переломит, ильна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы. Здесь говорится о Христе, и знаете, это. Этот стих можно на разные категории людей. На разные категории. Здесь можно говорить о мирских людях, здесь можно говорить о верующих людях. И здесь проявляется характер Христа. И каждый из нас может в своей жизни, если начинаем мы вспоминать, иногда мы вспоминаем некоторые моменты, за которые нам может было стыдно, потому что ну, не так поступили, не так сказали или еще что-то такое. Но здесь говорит трости. Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит, до коля не доставит суду победы. Характер Христа, братья и сестры, даже если в нашей жизни мы, знаете, как льна курящего, ну так, знаете, ну дымить такое чуть-чуть. Иногда мы так в жизни бываем, такие написано «Духом пламенете, ну, «Горите для Господа» и так дальше, чтобы вы всегда были ревностные. Но здесь написано, что ну, как бы вот такой человек, который уже вроде бы угасает, ну уже все-все-все, кажется, и со стороны смотришь, а он уже ну, еще чуть-чуть и уже вроде бы упадет. А Христос нет, Он хочет такого человека, Он хочет его поднять, Он хочет как-то какими-то словами его обогреть. И знаете, вот пришло место такое, когда вот привели книжники и фарисеи женщину, взятую при любодеянии. И вроде бы ее жизнь, как бы вот сейчас побьют камнями, и все. Но Христос говорит, кто первый, кто без греха первый, брось камень, и дает, знаете, дает ей шанс еще один. И вроде бы она, как, ну, как Ленку куращик, как вот уже все, уже кажется, все, нету выхода, как... Но Бог милует, но знаете, вот она грешница, она действительно грешница, но Иисус ее милует и спасает, и говорит, иди, и она, чтобы больше не грешила. И, и за это мы читаем тоже, за, когда в Самарии он встретил вот эту грешницу, он ее спасает. Ольна Куращева. Ну вроде бы, и смотрим, вот брат тоже говорил о том, когда Христос зашел в храм и начал, взял бич и начал выгонять. Тут он вроде бы по этим, ну как бы она достойна, ну как бы уже побить ее камнями, потому что она грешница. Но он вот этой трости надломной вот этой льна куражчего, он не надломал, он наоборот дает шанс человеку. Так каждому из нас, я говорю сейчас о таких людях, как бы грешных, но приходит в дом молитвы и делает бич и начинает выгонять. Ну такое со стороны, если бы вот сейчас так зашел Христос и нас каких-то бизнесменов, которые мы сейчас вот сидим, что-то и думаем, и, и решаем какие-то задачи, или там продаем, покупаем, или тому подобное и в мыслях, он начал выгонять, мы бы посмотрели на Христа, ну как-то посмотреть на такого человека, сказать, ну, наверное, чуть как бы, ну, он не в себе или что-то другое такое, ну как так. Но Христос, знаете, здесь просматривается такое, как какой-то гнев или что-то другое. В этом месте, он говорит, я еще зачитаю, чтобы чуть-чуть... Это глава 4 к Ефесянам, с 23 стиха. «И обновиться духом ува вашего, и облеться в нового человека, созданному по Богу, праведности и святости истины. Посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашим». Вот такие слова, и как-то даже у братской мы сидели раньше, ну, еще перед этим, и как-то вот как это место понимать. Вот гневаясь, мы понимаем, что дальше написано и в других местах, что гнев это, ну, как бы грех. Но здесь написано, гневаясь, не согрешайте. И солнце да не взойдет во гневе вашем. Я хочу сказать вот за Христа, когда он выгонял, ну, как бы со стороны вознегодовал. Потом они говорят, что мы помним из места Писания, что ревность снедает его, то есть по Доме Божьем. В другом месте, вот в этом, когда я за вот этих грешниц говорю, она, они, ну, как бы достойны. Но он там, знаете, вот так, как, ну, любя такой, приходит к книжникам-фарисеям, Какая вот характер Христа, какие чувствования в нем. Приходит к книжникам-фарисеям и начинает им говорить Гробы крашеные и тому подобное. И они говорят, ты нас обижаешь. Тут Христос вроде бы ну, такой, как, такой смиренный, тихий, все так начал перстом, там ну, пишет что-то на земле, на песке, все люди что-то возмущаются, он спокойный. А здесь приходит с книжником, то есть он имел чувствование, он знал, где сказать вот так, а где сказать и прийти обличить. Даже нужно было их обличить, чтобы привести в какое-то чувство. И здесь написано «гневаясь, не согрешайте». И знаете, я задумался над этим, и в мою жизнь пришло, ну, я вспомнил просто такой момент в жизни, ну, смотрите, еще так есть такое простое, как это иногда гневаться и не согрешать. Иногда мы даже, знаете, повышаем голос на своих детей. Иногда мы скажем, вот, сделай то, он не слушается, чуть громче. Мы иногда доходит знаете, ну, такого, ну, сильно так, ну, громко сказал, но внутри мы, ну, не раздражаемся ничего. Иногда бывает, да, в нашей жизни ну, кто-то нас обидел, и мы как бы гневаемся, но здесь говорит, что солнце да не зайдет во гневе. То есть, как бы, как Писание говорит, ну, то есть до вечера ты отойди, помолись, прости того человека, чтобы солнце не зашло во гневе. И знаете, я вот вспомнил один такой случай в моей жизни, был здесь, в Америке, когда, ну, как мы его рассуждали в Братской раньше, я говорю, вот такой пример был в жизни. Я встретил одного человека, который приехал к там на работу, он там машину искал, и все время его, знаете, таким... Я несколько раз его встречаю, а он в таком... Постоянно какой-то ропот, постоянно какое-то такое негодование, какой то ну, как на лицо смотришь человека, а он такой, как, ну, как, все время такое, ну, как кислое, знаете, ну, такой он в каком-то... Аж тяжело на него смотреть. И я не знаю, ш, не, не знал, как ему помочь или как сделать. И тут он мне звонит, как-то в больнице он там ждет, он и болел. И вот там... И он звонит ко мне, и начинает еще что-то, и знаете, снова ропот. И я начинаю на него как бы чуть ли не кричать. Но не в том смысле, что я его обижаю. Нет. Я начал громко так ему в телефон кричать. Я говорю: вы понимаете, что за вами, ну я сейчас не помню его. но понимаете, что за вами стоит Бог. И я ему, знаете, как он, он старше намного меня. Ему где-то было на то время, может, где-то 60 лет или тому подобное. Но все время, как я его встречу, он такой, в каком-то ропоте, в каком-то унынии. Это, братья и сестры, я не говорю, чтобы как-то себя в чем-то. Нет, я преподаю вот это прямо, без всякой гордости, без ничего. Но я начинаю на него так громко говорить и так как бы чуть ли не криком таким рассказываю о Боге ему. Потом я встречаю его через определенное время, братья и сестры, я встретил его радостного. Я увидел его, встретил, а лицо его сиять. На то время я как бы был, ну, в таком как определенно может быть гневе, кажется мне. Но это было, я не грешил в это время, я не чувствовал неприязни к этому человеку или что-то плохого. Но у меня был повышенный тон и повышенный голос. И я понял, что в этом я вроде бы как гневался, ну, что он так в ропоте таком. Я его не осуждал, нет. Но кричал как бы чуть ли на него но потом я встречаю человек в радости иногда Бог нам показывает в этом, чтобы мы имели такие чувствования, чтобы, знаете, мы молились, как брат, который проповедовал, приходили к Богу и получали необходимые наперед и знали, где сказать тихо и прямо и красиво, ну как бы вот так льна куражчива, а где иногда нужно и может, ну не то, чтобы повысить голос но как бы вот противостоять или сказать твердо, потому что человеку, ну и когда на детей иногда мы повышаем уже голос, не грешим этим, но мы повышаем голос из-за того, чтобы вот ребенок уже послушался. Конечно, это нехорошо, но все равно. И вот здесь написано, гневаясь, не согрешайте. Но дальше, даже если у нас есть какая-то обида, говорит Писание, чтобы мы к вечеру, там, к ночи уже мы, свой гнев утихли как-то молились о Боге и в конце зачитаю место писания вот такое для это четвертый псалом с второго стиха когда я взываю это говорится о надежде Бога. Ну, чтобы надеялись на бога когда я взываю услышь меня Боже правды моей в тесноте ты давал мне простор». Помилуй меня и услышь молитву мою, Сини мужей, доколе слава моя будет поруганий, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для себя святого Своего, Господь слышит, когда я призываю Его. И снова здесь место Писания. гневаясь не согрешайте, размыслите в сердцах ваших. На ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо. Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, Един даешь мне жить в безопасности. Это слово на на сегодняшнее время для нас, потому что мы слышим разные и новости. Хотя, знаете, как один брат говорил, когда начинаю читать вот эти новости на интернете, приходит раздражение в сердце, мир тирается Когда говорит перестаю, говорит приходит мир, все все нормально. Так что я понимаю, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, что лучше сюда, лучше, если мы меньше всего даже этого знаем. Я не говорю, мы все равно, кто-то нам пересказывает и тому подобное, но спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Уповаем на Него, Он не меняется. Что тогда исцелял через пророков, что сегодня дает жизнь. Даже в этих обстоятельствах, в которых мы, конечно, живем, ну, такое, знаете, с одной стороны, в интересное время, потому что происходят такие, ну, как бы, события, которые за вот последних, ну, 30 лет здесь в Америке, ну, как бы, как приехали многие, не было такого. Сейчас такое разное происходит, но Господь говорит, что мы спокойно ложились и уповали на него, и он поможет нам. А ему за все слава. Аминь. Господи, слава тебе, Боже, святый. Хвала тебе, аллилуйя тебе, Боже, праведный. Мы благодарим тебе и прославляем тебе, Боже, святый. Слава. Слава, слава тебе, хвала тебе и благодарение, Господь. Ти хочеш дарувати народу Твоєму, Господі, мир в серцях, Господі Боже. Хвала Тобі і благодарення, навіть якщо вокруг різне відбувається, і ми чуємо різні слухи, Господі Боже, і ми бачимо тієї і навіть ці болість, Господь, все Боже, але ти хочеш дати мир народу Твоєму, а очі, ти хочеш дати уповання на тебе, Господь, коли ми приближаємося, коли ми. Молимося до тебе, Господь, і і дає... Господь, Алілуя Тобі в віки, Господі. І ми читаємо і в новому, і в старому завіті, сколько було різних воїн, сколько було різних переживань, трудностей, Господи, і, і серед народу Твого, Господі. Навіть Іоа ми читаємо і бачимо, що чоловік був праведний, але проходив різні спитання, рані трудності. Але ти завжди був а в алгоріч. Ти бачив його, Господь. І може ми сьогодні щось проходимо, Господі, і може, де наше серце неспокійне, Господь, то я прошу тебе і молю тебе, Господі, аввачі. І бо ти бачиш, Господи, бо ти висідаєш над кругом землі, Господь, і бачиш состояння наше, Господі. І навіть якщо щось в нашій житті відбувається, Господь, то ти допускаєш це, Господі, бо хочеш іспитати нас, Господь, аввачі. І хочеш побачити. Як ми будемо, Господи, на це реагувати, Господь, поможи нам завжди благодарити Тебе, бо така воля Твоя в нас, і бо так написано в Слові Твоєму, Господі. Хвала Тобі, слава Тобі, алілуя Тобі, алба Отче. І ми, скільки не але Ти помілував і помог, Господі, собиратися знову в домі молитви, Господі, слава, хвала Тобі, поможи цим поцінити, Господі Боже вічний. Поможи нам за це Тебе благодарить, Господь. І бо ми не знаємо, Господі, що завтра произойде, Господі, Боже. Поможи і помилуй, Господі, благослови страну, в якій живемо, Господі. Поможи, щоб це все прекратилось, Господь, а в очі Боже. Слава, хвала Тобі, поможи. Кожному, Господь, оба, Отче, обратиться до Тебе, Господі, Боже святий. І бо ти хочеш дати мир, Господі Боже, кожному чоловіку, Господь, і бо ти хочеш спасти нас і наших дітей, Господі. І бо за це ти вмірав, Господь, і слава Тобі, і благодарення, Отче святий. І навіть йде мені такого, Господь, то ти сказав, що на коращину не угасиш, Господі. Прости нас і помилуй, Господь, може міде вже угасли чуть-чуть, Господь Боже, і може не горім так для тебе, Боже. Прости і помилуй. во ім'я Твоє просим, Боже святий, Боже праведний, і прошу за тих, кого діти, Господі, у мірі, Господь. Помилуй, Отче святий, поможи, Господь, поможи, щоб вони шукали Тебе, Господь. А ті, які ослаблювають сьогодні, поддержи їх, укріпи, Господі, дай їм сил Боже, прошу тебе і молю тебе, Господь. І кожного чоловіка, який прийшов на це місце, Господь, огорни своєю любов'ю, Господі, Духом Святим, Господі, бо ти говориш через Слово Твоє, що навіть якщо не стане овець в загоні, навіть якщо не дасть плода маслина, Господь. Ми все одно повинні радуватися, Господь, і уповати на Тебе. Бо написано, що склоніте ваші голови, ибо избавление наше приближається, Господь. Укрепи поддерж, Господі. Верни многим радость, Господь, покой душі, Господь, щоб ми все одно уповали на Тебе, і нас. Учи через Слово Твоє, Господь, слава Тобі, хвала Тобі і благодарення, Ти наш Бог Господь, утішай Духом Святим, Боже, благослови всіх больних, Господі, поможи, Боже. І я прошу тебе, щоб в народі Твоєму особливо не боліли, Господі, цим вірусом, Боже, защити і постав свою охрану, Господь. А навіть якщо допустив, Господь. Поможи, Господи, все одно уповать на Тебе, все одно благодарить Тебе, Господь. Один, Ти знаєш, Господи, і времена, і сроки, і для чого це допускаєш, Господь Боже. Хвала Тебе, слава Тобі, Ісус. Ми все в руки Твоє, Господь, самих себе, наших дітей, і наших родних. Ти їдін Бог, Ти знаєш. Що для нас лучше треба, Господі? Яві свою милость до кожного, Господі, і на все, нехай буде воля Твоя, Господь, і ім'я завжди, нехай буде благословенно Твоє і прославлено по віки віков. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Господу, братья и сестры! Апостол Павел, пребывая в учении Иисуса Христа, воскликнул о бездна богатства и премудрости. Кто может постичь его? Я думаю, нам всегда хорошо быть в общении с Господом. И давайте так вот коротко анализ проведем, о чем сегодня Господь нам говорил. Вы не забыли? Первый брат, второй брат, да? пророк Илья, брат Гена нам говорил о ситуации с пророками. Это, в общем-то, о нас. Господь ведет нас разными путями. Мы напоены Духом Святым. И у нас есть и, и горы, есть и долины. Я думаю, время, в которое мы проходим, Господь так же велик в это время, как и в хорошие времена. Правда, братья и сестры? Еще больше велик. Вот там, когда было тесно, э, э, или вы помните, Господь приходит к нему и говорит, «Илья, а почему ты здесь?» Такое место, прекрасное место, я просто его с детства помню. Почему ты здесь? Возревновал я Господи. Наше место это в церкви, братья и сестры, правда? Вы почему здесь? А Господи возревновали, да? Потому что Господь нам нужен. Господь нам нужен. Нелегкое время, но Господь проявит себя. Он даст нам обязательно свое слово – Брат Дима нам говорил о, о том, о чем говорил Иисус Христос с фарисеями, с народом, и спрашивали: Господи, что нам делать, чтобы творить дела Твои? Моисей дал хлеб, а что Ты нам дашь? И Он отвечает коротко и говорит: Есть дело одно, чтобы вы веровали. Пославшего в меня, в Иисуса Христа. И когда мы веруем в Иисуса Христа, братья и сестры, это необыкновенно. В Нем Господь говорит Духом Святым о себе, Господь Бог через Него говорил, когда Он был на земле, на Нем положена печать, в Нем все, в Него веруйте, и какое дело Он вам скажет? Такое делаете. Вот нам, знаете, всегда хочется, конечно, чудеса творить, правда? Вот я так, я вспоминаю, вот всегда вот такая ревность была, как как подъем духовный. Всегда такая ревность, и я помню даже вот с детства духовное крещение получил, как будто бы, знаете, в это время не надо ни папу, с мамой не слушать ничего. Это такие, знаете, дела уже второстепенные, знаете? Оказывается, крещение духом святым для того, чтобы папу с мамой слушать. Вот, оказывается, это, это дело Божие. Быть в заповедях Господних. И блажен человек, блажен тот раб, который делает то, что он сейчас делает, братья и сестры. Вот, а если надо, возложишь руки на больных, потому что тебя, апостол Павел говорит, ученики говорят, помните, избили, избил дьявол э, сыновей, священника. И дьявол говорит через бесов, говорит, что «мне Христа, Христа знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие?» Нас, дьявол и вообще духовный мир и люди этого мира узнают только по плодам, братья и сестры. Вот когда у наши плоды в Боге, дьявол бежит. Можем противостоять ему твердой верой, делая то, что, над чем нам поставил Господь. И блажен раб, который это исполняет. Все то, что ты делаешь, делай и приводи это дело к совершенству. Это воля Божья. И блажен, и Господь дает благодать Духа Святого для этого. Вы же понимаете, да? Если ты, если ты жена, то то мужа слушайся. И причем это дело и приводи это к совершенству, и блажен раб, который поступает так. Если ты муж к совершенству приводи дело, над которым Тебя Господь поставил, если ты еще в семье к совершенству приводи, и Господь, когда придет, Он даст награду, Он посадит, припаящится и будет служить. Это удивительно, братья и сестры но только тем, которые сохраняют слово терпения. Слово терпения – это как раз делать то, что нужно. Простые вещи, на которые нас поставил Господь. И брат нам удивительное место прочитал, наш возлюбленный брат, третье место. третий брат нас прочитал такое место, очень удивительное. Это псалтырь, И вообще Дух Святой говорил об одном – вот восьмой стих. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Удивительное место. Если нам спросить, о чем это? Ну, если вы родители, то, наверное, в Новом Завете это говорится, все говорилось в прообразах, в образах, когда в нас, когда в наших детях – хлеб Божий, само Его присутствие и благодать Духа Святого, который есть вино Нового Завета, когда оно умножается, то сердце наше весельем наполняется. Правда, братья и сестры? Вот кто хотел бы, чтобы вот в его детях хлеб и вино умножалось? Ну, кто хотел бы, братья и сестры? Я хочу, чтобы в моих детях и хлеб и вино умножалось пускай сам Господь, вот хлеб Его, Его Слово Божие умножается и во, во всех нас. Это говорит Господь и о себе пророчески. Когда Он смотрит на церковь, когда у нас хлеб и вино умножается, лично в нас, в каждом сердце, Он смотрит на нас, Его сердце наполняется радостью. Слава Господу, братья и сестры. Поэтому Господь говорит такое слово. «Когда вас поведут за имя Мое, не думайте, о чем говорить». Ну, однако же, мы же, наверное, размышляем э, о времени, в котором мы живем. И я тоже размышляю, да? То я немножко вам вот, поделюсь. Как вы думаете, что важнее: пойти в магазин за простым хлебом или в церковь за духовным хлебом? Вот как вы думаете? Ну, конечно, конечно, обязательно хлеб. По плоти обязательно нужен, конечно же. Но Христос имел тоже искушение в пустыне, которое мы сейчас имеем. Дьявол подходил к нему и спрашивал, вот из, из этих камней сделай себе хлеб. Он говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. На этом месте, я верю, что исходит слово из уст Божьих, братья и сестры. Поэтому сюда важнее ходить, сюда ходить безопасней, в церковь. И у нас есть что сказать людям, кто будет задавать вопрос. Пускай это будет даже дьявол через людей задает вопрос. У нас есть что сказать. Мы вкушаем здесь хлеб Божий. Мы не можем без него до конца жизни. Он важнее нам даже этого материального хлеба. Аминь, братья и сестры. Я верю так. Я верю, что мы должны быть так напоены, так, так должны быть уверены. Пускай наша вера укрепляется благодатью Духа Святого. И будем, конечно, молиться в эту пятницу, будем призывать имя Господня, будем поститься, чтобы Господь хранил свою церковь от болезней. Конечно, очень много обманов, очень много обманов. В этом мире это сам дьявол, это лжец. Очень много обманов, если мы будем питаться новостями этого мира, ну, я не знаю, братья и сестры. Вера будет разбиваться, страхом будем наполняться. Мне кто-то сказал, что я говорит, был на кемпе, и там э, интернета не было. Такой покой был. Необыкновенный. Это вот это я вам скажу, братья и сестры. Хорошо, когда у нас есть связь с Господом, а интернета можно отключить даже новости, которые нужно нам узнать, обязательно узнаем. У Господа обязательно будет обязательно слово, которое нужно для церкви. Мы сейчас почитаем записки и будем молиться. В эту пятницу будем также иметь служение молитвенное. Будем молиться о том, чтобы Господь хранил нас от болезней, хранил от злых людей которые, естественно, будут иметь лукавые вопросы, лукавые подозрения. Вот. Мы будем молиться Господу, чтобы Господь давал нам нужное слово. Это дело Божье веровать в Иисуса Христа. Он и есть наш хлеб, и в нем есть все ответы. Нам, нам кажется, мы такой состав у нас. Братья, давайте, пропишите нам инструкцию, как поступать, вот. А Господь говорит: не переживайте, нуждайтесь в Господе. Каждый из нас должен нуждаться в Господе обязательно. Вот приблизительно я думаю, что мы все понимаем, как, как поступать, как отвечать. Но, однако же мы должны нуждаться в Господе, чтобы нам иметь твердость во всех вопросах веру в Господа. Пускай Господь нас хранит и укрепляет, будем об этом молиться, поститься, чтобы Господь хранил нас, чтобы нам была возможность собираться в Доме Божьем, слышать голос Божий. Сейчас я почитаю записки, будем молиться. Сердечно благодарю Господа и всех вас, что молились за меня, Господь благословил руки врачей, и операция прошла хорошо, и Господь помогает восстанавливаться после операции. Слава Господу, сестра. Дорогая церковь, прошу помолиться, чтобы Господь укрепил здоровье мужа, сестра Ира. Дорогая церковь, сегодня у моего мужа Димы день рождения. Помолитесь вместе с нами, семья Бею, благодарим. Сестра Таня, вместе с тобой радуемся. Господь нас на это поставил плакать вместе с плачущими и радоваться вместе с радующимися. Поэтому пускай Господь благословит вашу семью. Молись за своего мужа, будем вместе радоваться. Господь хранил его. Помолитесь за моего брата и племянника. Им завтра предстоит операция. Да благословит Бог руки врачей. Благодарю сестра Надя. Будем об этом молиться. И, и пост мы услышали, о чем будем поститься, о чем будем молиться. Давайте поднимемся для заключительной молитвы. Отец Небесный, благословенное имя Твое, благодарим, преклоняемся пред Тобой, благодарим за то, что Ты благодатью Духа Святого, сегодня говорил нам, Отец Небесный, благодарим Тебя за Твой хлеб, Господь, который мы понимаем, Господь, который мы, Господи, вкушай, радуемся, Господь, слава Тебе за Твою заботу, за то, что Ты, Господи, нам наперед говоришь, что Ты пойдешь с нами, Ты никогда не оставлял нас, Господь. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, в Иисусе Христе. Ты, Господи, нас благословил уже небесным обетованием, Господь, слава Тебе как ты не даруешь нам здесь на земле пройти все скорби, которые надлежит пройти церкви, Отец Тебесный. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем, Господь, благодать Духа Святого, которая всегда с нами, Господь, слава Тебе. Мы молим и просим Тебя, да будет милость Твоя над всеми нуждами, Господь, которые мы, Господи, прочитали. Отец Тебе, радуемся сегодня, Господи, с сестрой Татьяной. Благослови их семейство большое. Господь, мы просим Тебя. Благослови, Господи, руки врачей, да будет милость Твоя. Радуемся, Господи, с теми, которые получили милость от Тебя, Господи. Да будет, Господи, милость и благодать со всеми нами, Отец наш. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, да будет милость Твоя в каждой нужде. Господь, Ты знаешь, на этом месте у каждого есть мысли, у каждого в сердце есть сокровенные, Господи, может, Господи, вопросы к Тебе, Господь. Да будет милость Твоя, Отец Тебе, Средь, Духом Святым. Отвечай, Господь, мы молим Тебя, утешай. Да будет милость Твоя, Господи, также в пятницу. Помоги, Господи, нам прибыть в посте. Господи, наша плоть, она восстает, Господь. Как Ты, Господи, Восстал, Господи, против плоти и выгнал, Господи, этих продающих. Господи, дай нам так не считаться со своей плотью. Отец Небесный, Господи, мы просим Тебя, наполняй нас благодатью Духа Святого, чтобы иметь, иметь нам победу, Господь, а после с Тобою радоваться на небесах. Да будет милость Твоя, Господи, над всеми нами. Господи, храни нас от этой болезни, Господь. Мы знаем, что она существует, Господь. Но у Тебя есть, Господи, бальзам. Даже, Господи, кто-то, если заболел, Господи, да будет милость Твоя, да пройдет она бессимптомно, Господь. Мы молим Тебя. Сохрани, Господи, нас. Мы просим Тебя от всякого осложнения. Храни, Господи, нас, Господи, Твоей кровью. Господи, мы умоляем Тебя, Господь. Мы верим в Твою храну, Господи, защиту. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это служение, за все, что, Господи, говорил Ты нам сегодня. Утешение, слава Тебе, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение – Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.